сейчас и не так дымит уже. Сейчас разберут, блин. Ну а какой расход? Ни разу? Не, лучше. Вот я 100 километров проехал, ну, считай, на 10 литров. Ну, расход бензина уменьшился, а за масло невозможно засесть, да? Сейчас посмотрим уровень. Давай. Начальник, как все было, блин? Да. было уже два видео по этому автомобилю. Первый раз мы замерили компрессию, клапана регулировали, какая-то. Около 7 было. Я ссылку сделаю в обоих видео. Да. И залили мы тебе на 200 километров масло долговременное. Как ты говоришь, мягкая промывка. Да. Через 200 километров слили, поменяли масло. Приехал ты. Перед тем, как заменить масло, мы сделали капельницу, да? Подвесили. Да, это же с этим лаврушкой какой-то, блин. Капало. Да. И мы, минуя бензонасос, напрямую в карбюратор подключили капельницу. Да. Шлангу. И газовали, пока эта жидкость не кончится. И после всей этой процедуры компрессия до десятки выросла, во всех одинаково стало. Да. То есть они, получается, выпрыгнули. То ли это мягкая промывка свое дело сделала, то ли вот эта раскоксовка. Ну, лучше, конечно, и то, и другое, они там недорого. Да. Сейчас, вот ты приезжал к нам недавно, очень сильно выхлоп, да? Как двухтактник, как как ижак. Да, ну это какой-то. Явно масло попадает, сгорает. Карбюратор мы тебе отрегулировали, да, последний раз? Да. О, купили мы тебе этот болтик механический, будем ставить. О, правильно, а то высоковатые, по-моему, холостые. Ну, это посмотрим. Как некуда, видно, некуда. Да, и взяли видеоэндоскоп, там он возле компьютера лежит. СВД. Будем сейчас. Не, ну вот это мне нравится, вот это как она делает. Червячок. Come in. И после охлаждения, да, посмотрим состояние поршней, если там вокруг. Нагар, да, или вокруг, ну, поршней, свечки вроде же не черные. Такая каемка вокруг поршней, это значит через кольца. Ореолечки, да? Да. Вымытые по кругу поршни маслом, это признак будет, да? Да, это что-то с поршневой, там, или залегшие кольца, или уже износ цилиндров. Посмотрим на стеночки, есть там хон или нет. Если там все в порядке с нагаром, то... Может, малой кровью обойдемся. Ну, замена, да, сальников клапанов. Заменим сальники. И опять же, когда все это разберем, пошатаем клапана в направляющих втулках. Если люфт большой, то это ненадолго поможет. Если люфта нет, да, сальники помогут. Сейчас свечи выкручены по порядку, они установлены. Это первая свеча зажигания. И здесь видно на резьбе у нас маслица. Да. Угу. Ну вот, уже можно... предполагать, из какого цилиндра больше. Да. Чудес. А тебе вроде ничего так. Ну и по, это, там, по электродам ничего. Начальная стадия, да. У тебя даже по стадиям как заболевание, да? Стадию ремиссии у меня тут. Это едет, но людей пугаешь, знаешь, вот сизый дым, бля, смотрю с зеркала с одного вида, а там это ежик в тумане, там, давай, лошадка. Давай расход посмотрим, в прошлый раз сколько мы заливали? Расход максимальный был? Да, по максимуму было. Ну, масло, по-моему... Масло тут 10.40, лукойловское, да? А, где? Недорогое. А. Мы его залили после этой промывки 10-километровой. Ну, вот видишь, максимум почти есть. Да? Не хватает миллиметра. А ну вытри тряпкой, еще раз сделаем. Может, чуть-чуть и подъело, да, угорело. Да, 1-2 миллиметра масло скушало. Ну это сколько? 100-120 километров, может, где-то так. Ну, дым, конечно, здорово было. Особенно, да. Сами вот эти холодные пуски, да, оно, видать... И ты же еще машину никогда толком, да, не прогреваешь на работу? Да где мне, у меня 3 километра до работы. Не успевает. Не, я-то грею, что стараюсь, я знаю, что это хана.
Ну, диагностика все покажет нам. То есть видеоэндоскопия, тут диагностику особо. Это как вот в кишку, в желудок. Слушай, а может ты мне желудок посмотришь, все нормально. Она ж не гнется. Она не гнется, Вася. А я ровненько стану, как шпага глотать. Это проезжал хлопец один на десятке. Ну, солидолом смазать. У него клапан прогорел выпускной, а он спрашивает, сколько клапан выпускной стоит? Батя ему, то 17 гривен. Он такой подумал, 17 гривен вроде немного. Потом ходит, говорит, а можно поменять клапан, не снимая головку? А батя закручивает свечу уже, и что-то его это удивило. И он говорит, конечно, можно. И дальше закручивает. Ему еще интереснее стало, типа 17 гривен. Я быстренько все сделаю, клапан куплю. Потом ходит, а как вы его собрались менять? Батя говорит, через глушитель. А он еще минуту две походил в машину, потом подходит батя, а там же перегородки. Так и вас мутили вот, перегородки. Да, вот так мы тебе и не посмотрим желудок, Вася, у тебя аж там тут перегородки. Да. А, оно ж загнуто, вот так. Блин, не годится ваш этот трансформер. Сняли распредвал, рычаги газораспределения сложили по порядку в канистрочку. Также их ставить и будем, чтобы не перепутать. Здесь видно небольшой износ пятки клапана, почти на всех клапанах. Будем рассухаривать первые и четвертые цилиндры, для того, чтобы при рассухаривании клапан далеко не проваливался, какую-нибудь приспособу. Вот отвертка не уже. Вставляем ее в свечное отверстие и поворачиваем под наш клапан. Сюда, а потом в другую сторону. Теперь берем магнитик. Вот это вот, на яблоке. Шайба здесь оказалась. Да. В некоторых случаях вылазит она. Так, ну а теперь давай посмотрим хотя бы один клапан. Так, видеоэндоскопия у нас что показала? Первый ремонт. Двигатель, поршни расточены, то есть цилиндры расточены,
Еще хон видно. Нагара мокрого нет. Все такое сухое. И по краям поршня тоже я не видел, чтобы омывалось оно маслом. То есть можно предположить, что это всего лишь навсего сальники клапанов. Небольшой люфт есть, менялись сальники. Так, берем съемник с анговым зажимом. Вот тут интересно, они туго сидят. Придержи одну руку, Сергей. Да, довольно уверенно. Вытаскивай. Я еще раз посмотрю люфт. Это у нас клапан впускной. Рассухарили второй клапан. Цанга. Сальник. Давайте люфт проверим. Угу. Вот чего я боялся. Здесь вот хорошо видно место под сальник. А здесь, когда меняли, и люфт тут большой, и нету посадочного места под сальник. Да, вот она, чугуняка. Ну, выход какой, блин. Созванивались с Васей, пока не за что ремонтировать. Малой кровью сказал, если получится обойтись. Ну, как тут? Как тут малой кровью обойтись? Мало того, что люфт охрененный, еще и этой штуки нету. Когда-то давно, да, были такие клапана, ой, сальники чемпионовские. Они вот именно для таких случаев выпускались. Мы комплект кому-то еще в прошлом году поставили. И давай, Серега, посмотрим, у нас там россыпью жменька была. Бумажки не осталось, да? В общем, что он собой представляет? И у него уже как бы именно отрицательное, у этих сальников чемпион, просто их раньше выпускал. И теперь даже они, если и мастер спорта, или еще какой-то изготовитель, их все равно называют чемпионовские. Их можно ставить на втулку с отбитым посадочным отверстием под сальник. Что мы и будем делать. Раньше в комплектах сальников клапанов всегда были такие чехольчики на 8 мм. Одеваем их, и они проходят место под сухарики. Затем новенький сальник. Я попробовал, шайбочки проходят нормально. Пружинку я снял. Оправку. Для запрессовки сальников, ну, запрессовки как забивать. Так, так, снимаю чехольчик. Давай.
Ок. Звук глухой, на месте. Так, ну давай вот этот чемпион попробуем. Я тут почистил вокруг шайбы от нагара. Угу. Так, чехольчик попробую. Пойдет он, не пойдет. Дело в том, что на нем нет пружинки. Вот как для этого сальника. Ну, там есть ребра такие, резиновые. Оно внутри как маслосгонная резьба так сделана. Так, ну, он не будет играть. Его держит вот эта вот шайба. Вот она сверху одевается, а вот затем пружина ложится на нее, и тем самым вот эти движения исключены. Будет только, ну, опусти вниз его. Я держу клапан, опустишь сальник вниз вместе с шайбой. Снимай. Бросай. Ну, другого выхода как бы нет. Не будем же мы из-за одной втулочки, да, разбирать. Конечно. Хотя, если посмотреть на люфт, то, конечно, надо разбирать. Так, одеваем сюда пружинку шильцем. Шильца возьми, Серега. Все, на месте. Пробуем. Ну, этот сальник держится там, где ему надо держаться. Отверточку переворачиваю на ту сторону. Отщупываем клапана, чтобы сухарики хорошо сели. Порядок. Теперь, значит, сюда обязательно ветошь тряпки ложим. Сухарики бывают проваливаются. Если в поддон упадет, ничего страшного. А если попадет между звездочкой и цепью, будет неприятно. Теперь прокручиваем ключ. О, вот здесь ключ где-то прокрутной. Держу и крутим так, чтобы второй и третий поршень были вверху. Теперь молоточек мне маленький. Я вот эти вот тарелочки обстукиваю. Да. Вот по характерному звуку, что сухарик отстал от клапана.
Так, еще я выкрутил две шпильки, которые мешаются. Первого цилиндра и четвертого цилиндра. Они мешают и сальник устанавливать на место, и рассухаривать мешают. Yeah. Эти две не мешают. Переставляем отвертку в сечном отверстии под следующий клапан. Похоже тоже на трещинку втулки. Так, ну сюда можно обычный сальник ставить, здесь чемпионовский. Ни к чему чемпионовский, обычный будем ставить. Если смотреть в отверстия свечные, очень хорошо видно, где была обломана втулка, какие сальники больше пропускали. Четвертый цилиндр, там где была обломанная втулка, там резьба больше всего в масле. А вот здесь третий цилиндр, там вроде бы когда трещинка есть, но резьба сухая. Второй цилиндр тоже сухая, а вот в первом мокрая. Ну, пока сальник эластичный, даже и втулка разбита. Они следом ходят за сальником, сальнички. Когда они дубеют, они перестают за ним ходить, и масло начинает проходить во втулочку. На свеженьких будет все отлично. А ну следующий проверь. Не, выпускные больше расшатываются. Вот он, выпускной тоже. Под клапан стал. Регулировочный винт холостого хода вакуумный. Убираем эти приблуды. Опа-на. Нагрели. Только тогда выбился. Просто мы когда отрегулировали ему пару дней назад карбюратор. Диафрагма, вот, она неподвижная, не эластичная, ничего. А. Не смогли убавить, сделать нормальные холостые.
смесь нормальная стала, и двигатель стал хорошо. А вот новый. Ну-ка. Так, Сережа, пошли там над емкостью скальпелем зачистим, и потом этот моющий. Так, уходи. Еще хорошо обошлось. Довольный такой Василий пришел. Работает ровненько. Слышишь, а как же, или это на глаз, дядь Коля, от оборота? Тахометра нет, холостые. Чтоб душа радовалась, да? Да. Как мне... Лишь бы тебе нравилось, Вася. Да, чтоб тебе... Да, вот а мне тебе... нравится, когда оно все работает, блин. А мне нравится, когда тебе нравится. О, ты как этот, помнишь, дядь Коля? Фрунзик Макарчан. Я быстро к другу доеду, я буду тебе быстро везти. Я тебе, говорит, так довезу, что тебе тоже будет приятно. Когда тебе будет приятно. Ну так и живем, чем и живем. Ну почему она иногда дымила, иногда не дымила? Наверное, вот эта втулочка отломанная. Вот эта прыгала бедняжка там. Она иногда вместе с клапаном ходила, тогда сильно дымила. Иногда она там на одном месте оставалась. Что я замечал, оп, и нету дыма, думаю, а как так? Ну, в прошлый раз ты приезжал, как будто и жак двухтактный был. Так и я же перепугал. В два раза масла больше налили. Чемпионовский поставили санечек. Чемпионовский. Туда. Да. Там же втулка отколота. We are the champion, my friend. Так, ну, эндоскопия сделала свое дело. То мы перепугались уже, думали, что-то с поршневой. А благодаря вот этому приборчику мы Васю успокоили. Малой кровью обошлись. Всего лишь навсего износ втулок клапанов, лопнутая сама втулочка клапанов. Я ссылочку обязательно сделаю на видео, под видео ссылку на эндоскоп и на мой второй канал. У меня открылся второй канал Автосан. Второй канал у меня про мотоциклы. Да, перед вами двигатель от Урала, у которого стоит коленвал от К750. А шатуны вот Урал. Поршни я уже сделал циклочки. Это любители мотоциклов, никуда проект мой не делся. Все у меня нормально, и скоро видео пойдут. Буду ставить 500-ваттный генератор. Вася мне уже установил пластинку. Увеличился ход поршня. Вот был 68, сейчас 78. Так что у меня будет Урал с объемом двигателя 750 кубиков. А, даже больше, где-то 760, потому что эти поршни тойотовские, они на 1 мм больше в диаметре. Поршня сейчас тоже на 79 мм. А третий канал, автомобильный, называется Автосан. Там я вылаживаю коротенькие видео, 3-5 минут на разные темы. Сейчас пробное видео уже выложено, так что переходите, подписывайтесь. Мне надо как можно быстрее набрать 1000 подписчиков. И потом я начну снимать видео по вашим пожеланиям. Например, как убрать осевое смещение распредвала на ВАЗ-2109, какой сделать зазор, чтобы распредвал ходить, при каком зазоре этот стук пропадает, как его определить. В общем, маленькое короткое видео. И еще очень удобно будет в интернете, да, в поисковике. Например, вот это видео Васина я назову как Вась. Как ты говорил, а поможет тебе как-то? А разве это поможет? А разве это поможет? Через пару дней мы это узнаем. Ну да. Как раз будет. Сегодня она будет дымить еще. Ну понятно. Пробный будет заезд скоро, так что все попрем. Я это видео заканчивать как бы не буду, мы через пару дней опять, да? Наложим туда. Мы собираемся на открытие мотосезона ехать. Да?
Может, и... что-то интересное разберем. И как раз туда-сюда помотнемся и еще раз фотографируем глушитель. Ну и все остальное. Так, ну а на этом у меня все. Не забывайте ставить пальцы, подписываться на канал. Всем пока. Мотор твой. Нормально. Еще давай. Давай, Саша. Не тянет, Вася. Не едет. Едет, но... Нет. Желательно бы лучше, да? Не хочется. Привет, Вася. Привет! Дымит, не дымит? Еще ну, дымит? Ну, еще дымит, да. Наверное, выгорает. Я вчера, когда вчера от вас поехал, пока ехал по Ворошилово, ничего. А потом, видать, прогрелась коллектор. Педальку, когда нажал сзади. Ну как? Отлично, Сань. Да? Пораньше сделали. Да. Заглуши. Запускай. Нормально. Глуши. Так, ну, завтра мы съездим на Нинчу. Вот и проверим завтра. В Луганск съездим. Посмотрим. Как на расход масла. У бати был такой случай, один вот этот сальник, втулка одна лопнутая была, и машина безбожно, да, безбожно дымила, одна направляющая была, ну это давно еще было. Ну вот видишь, почти та же история, что расколота, если втулка, плюс сальники вот такие, блин, разворочены, они не собирают да, масло. Должна быть дырка на 7 мм, да? Она там на 9, наверное, да? Она разбрызгивает масло на море. Ну вот, будем надеяться, что тучи развеются.